начала, добровольно. Вот мы любим танцевать, и все. И если бы кто-нибудь сказал, что нам заплатили где-то копейку, ему было бы очень стыдно. Ребята, мы просто любим танцы, и вам желаем. Некоторые из нас начали танцевать. Я лично про себя. После того, как ушла на пенсию. И вы знаете, совсем другая жизнь. Я вам поскорее желаю дожить до пенсионного возраста. Чтобы наконец заняться тем, чем всю жизнь мечтаешь. Ну вот, не буду даже говорить. Я раньше все говорила, кто, что, кем работал. Да не имеет это значения. Инженера, бизнесмены, ученые, врачи, кто угодно. Пора. Вот, давай. Военные. Подними военные, пожалуйста. Да. Петков звание, Николай. Уже повысили. Полковник. Подполковник. Хотела повысить, не позволила. Вот честность военная. Военные. Ну, естественно, бывший. Был. Да, бывшие говорят, военных не бывает. Да, замечательно. Вот такие у меня замечательные друзья. У них дети, внуки, жены, а они танцуют, и все им идет в пользу. Ребята, я вас поздравляю и благодарю вас. Я вас благодарю и люблю по жизни со страшной силой. Так, я хочу еще представить одну очень интересную своеобразную группу. Они так в уголочек вот так купировали скромненько. Я хочу сказать, давно это уголочек их уже. Дорогие друзья, к нам приехали наши друзья из музея Петра Ильича Чайковского в Плену. Итак, прошу всех вот сюда показаться, чтобы вы вас все увидели. Можете пройти вокруг, да, елки, можете, да, пожалуйста, как вам удобно. Вот такая мощная сила музея Чайковского в Плену. А ведь от Плена до Карачаева ближе, чем до Москвы, да? Ну, красота. Замечательно, спасибо, дорогие. Они, кстати, приезжают к нам на балы в Москву. У нас балы в Москве проходят замечательно, в Екатерининском дворце и в других замечательных местах. И они у нас участвуют в этих. Хотела бы представить работников Дома культуры. Работники Дома культуры, их тут не очень много. Вот идет один с фотоаппаратом. Убежал. И сразу убежал. Будьте добры, пожалуйста, подойдите. Подойдите. Значит, звукооператор Виктор, вы вчера слышали его божественный голос, он не может отлучиться от техники, он сидит за компьютером. Вы посмотрите, какая... Вот так. У нас Любаня исполняет роль кавалера, поэтому видите, как она управляется со своими дамами. Лариса, вы все знаете, да, это наш министр физкультуры, да? Вот. А вот эта девушка, она, честно говоря, для меня, она сейчас сама о себе расскажет. Меня зовут Антонина. Она работает в Доме культуры не очень давно, и поэтому вот я... Но успешно. Замечательно. Так, все, спасибо вам, девочки. Андрей не показался. Ну, тот, который бегает... Хотел сказать, тот, кто бегает с фотоаппаратом, это Андрей. И звукооператор он вчера на концерте был. В общем, такими, в общем, можно сказать, не очень большими силами мы хотим вам показать сегодня большой бал. Какой у нас там следующий танец, Виктор?